Во, бегом, марш! Их лагерь атаковала диверсионная группа. Солдатам ракетных войск необходимо занять круговую оборону и не допустить противника к передвижному командному штабу. В помощь пехоте выдвигается машина для прикрытия. Была проведена расстановка техники, ее маскировка, размещение личного состава. И после этого уже приступили непосредственно к несению дежурства на полевой позиции. Масштабные учения ракетных войск стартовали под Саратовом. Всего в них примет участие 3000 военных и 400 единиц техники. Например, сейчас специальная машина берет пробы воздуха. По легенде, противник применил боевые отравляющие вещества и готов нанести тактический удар авиации. Задача обороняющихся – оценить обстановку и отразить атаку. Предназначенный для определение отравляющих веществ в воздухе на расстоянии до 3 километров. А эта машина заменяет военным целую телефонную станцию. Старший сержант Алексей Мезин управляется со всеми кнопками здесь один. Говорит, оборудование новое, работать просто. Без связи командный пункт не останется. Несу дежурство в машине связи номер 2. Данная машина создана для организации связи с высшими степенями управления дивизии. На данный момент находимся в боевой готовности. Масштабные учения продлятся на территории нашего региона до начала следующей недели. В планах отработать действия ракетчиков при химической тревоге, налете тактической авиации и нападении диверсионных групп противника. Алексей Паршин, Роман Шельдяев, Саратов 24.